Новое поколение отдельно стоящих плит Electrolux идеально вписывается в дизайн современной кухни. Прямые и лаконичные линии. Плита шириной 50 см позволяет сэкономить драгоценное место на кухне, и значит появится дополнительное место для шкафчиков и зон хранения. Плиты Electrolux отличаются особой встройкой стеклокерамики. Уплотнитель спрятан между рамкой и самим стеклом. С одной стороны, уплотнитель удерживает влагу от попадания вовнутрь плиты. С другой стороны, то, что он спрятан, не позволяет нам его повредить во время очистки. Зоны расширения позволяют эффективно использовать плиту для посуды разного размера и формы, к примеру, большую кастрюлю или утятницу. Следить за стеклокерамикой очень просто и удобно. Грубые загрязнения удалите скребком. Нанесите на поверхность средства для очистки стеклокерамики от Electrolux. Протрите поверхность бумажной салфеткой. Теперь она выглядит абсолютно чистой. Мультифункциональная духовка обладает целым набором режимов приготовления, включая профессиональный режим конвекция, который состоит из вентилятора и кольцевого нагревательного элемента. На данном режиме вы можете готовить на нескольких уровнях сразу, экономя при этом время и электроэнергию. Особое расположение конвекционного вентилятора дает более равномерное распределение горячего воздуха в духовках небольшого размера. Особая конструкция телескопических направляющих позволяет установить их на нужный вам уровень. К примеру, выпечку вы будете делать в середине, а крупную курицу или индейку вы поставите вниз. Готовьте на разных уровнях, но при этом они будут оставаться чистыми. Каталитическую эмаль называют эмалью самоочистки. Особая структура эмали при высокой температуре расщепляет жир на пепел и влагу. Включите духовку на максимум примерно на час. Когда духовка остынет, удалите пепел влажной тряпкой или при помощи мягкой щетки пылесоса. М-видео. Нам не все равно.